Дорогие друзья, всем привет! Канал «Деревенские будни». В общем, это такое дорожное видео опять. Сегодня с ночи пришел, сразу поехал в деревню. Перебор. В общем, там у мамы моей пои есть земельные. И на эти пои дают зерно. Вот 2 центнера зерна и дали нынче. Вот сейчас еду забирать. То есть 4 мешка по 50 килограмм увезу. Еду один, никого с собой не брал, потому что груз обратно тяжелый будет. Может, там еще всякие мелочи мне дадут. Ну вот нас это уже в предыдущие ролики я показывал, что-то 200 километров от Александровска от нас. Сейчас вот проехал уже Гремячинск, Губаху, Чусовой, Лысьву. Вот проезжаю, сейчас на заправку заехал, дозаправился. Решил немножко отдохнуть, а то после ночи-то что-то глаза режет так. Дорога, конечно, ужасная. Выехал. Сегодня погода вообще ужасная. Выехал, там сплошной гололед. Вчера вечером еще нормальная была погода. Потом смотрю, снег повалил, ветрище. Короче, ну что, уже спланировали, все равно надо ехать. В общем, поехал, гололедица такая, ужас. Потом проехал уже Губаху где-то. Там уже немножко дорога такая гололедица, а сверху слякоть, вот эта каша. Это еще хуже, чем гололедица. И потом уже дальше на некоторых участках вообще чистый асфальт. Ну, мокрый, правда. Ветрище такой. Ужас, ветрище. Вот Гремячку проехал, там вообще такой ветрище пошел сильный. Боковой прямо же сдувает с дороги. Вот едешь весь в напряжении такой. Потому что там, смотрю, Усьву проехал, там вообще фура лежит на боку уже. Ну, видимо, или ночью упала, или вчера еще, может быть, опрокинулась. Потому что снегом ее припорошило уже. Вот такая вот погода непредсказуемая. То снег, то дождь, то ветер, то еще что-нибудь. Вот. Такие вот дела. Но здесь вот тоже снега. Снег лежит. Но здесь, конечно, меньше снега. Я скажу, что вот разница вот буквально, ну что это, 200 километров вообще ни о чем. Километраж-то. Но разница в атмосфере, она ощутимая. То есть у нас там снега, если здесь уже снег не так сильно валит. Даже вот зимой, если сравнивать, то здесь снежный покров меньше и не такой сильный. Вот. Так что осталось мне проехать где-то километров 60 еще. Но не стал я уже, короче, ехать дальше. Решил отдохнуть маленько сейчас. Минут 10 посижу. Дальше поеду. Ну и там уже загрузимся и поеду обратно сразу. Не буду никуда заходить, никому не буду, наверное, никого навещать не буду. Сразу домой поеду. Вот. Вот вроде так. Здравствуйте, уважаемые телезрители, в студии Александр Сергиенко. Сегодня у нас в гостях клирик Ахтырской церкви, кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе Сергия Упосадского благочиния, священник Дмитрий Бежинарь. Здравствуйте, Бой. Добрый. Сегодня мы поговорим о сомнении веры и соблазне. Батюшка, учитывая вот вашу миссионерскую работу, скажите, как правильно вежливо говорить о вере? Очень хороший вопрос вы задали, Александр. Дело в том, что сама аудитория... Что простил и быть готова повторить акт прощения по отношению к человеку, который ищет примирение с ним. Существует ли какая-то взаимосвязь между таинством и прощением? Такая взаимосвязь существует. Собственно говоря, все таинства, которые существуют в церкви, они обладают врачующими свойствами. Смотрите, у нас крещение, таинство чистое. Ну, приехали сейчас.
За зерном едем, ищем эту женщину, кладовщицу. Не можем найти, куда-то она ушла. Телефона-то нет ее. Такие вот дороги здесь, каши кругом. Здесь раньше мельница была, сейчас уже ее здесь нет. Только здание осталось. Ну вот, загрузили 4 мешка, 3 наверх, 1 багажник. Ну ладно, тронемся сейчас в путь. Немножко еще побудем 2 секунды и поедем дальше. Ну что, выехал я из Перебора. Вот подъехал уже к трассе федеральной. Сейчас поеду. 1 мешок зерна пришлось выгрузить. Вот, ну, Сергею просто надо было, просто он рассчитывал на это зерно, поэтому пришлось выгрузить 1 мешок. Сразу там я не знал, потом уже сказали. Ну ладно, зато нагрузил 2 мешка стружек. У нас таких стружек нету. А опил у нас тоже там на вес золота сейчас. Вот 2 мешка стружек нагрузил заодно. Потом мне отдали тены тут сухие. Сухие тены будем использовать тоже. Ну, можем куда-нибудь для обогрева или еще куда-нибудь использовать. Ну, посмотрим, куда их можно применить. Ну, и по мелочи разные. Вот такие вот дела. Время сейчас 14:07 на часах. 2 ноября сегодня, четверг. Ну что, едем домой. Короткий номер со словом «Вести». Начинайте свои сообщения. Сейчас новости продолжим через 1,5 минуты. С нами отец Дмитрий Смирнов, 5533 Вести, СМС-портал. И еще один вопрос. А либерализм – это тоже религия? Это то, что первый полигон для прививки вот этой псевдорелигиозности, то, что это религия, конечно, квази и псевдо. Первый полигон. Ну вот, недавно по грязи шлепал, а здесь уже снега опять. Уже подъезжаю к Кизилу. Кругом лежит снег. Смеркается уже. Сейчас пивну кофеечку немножко. Вышел кости поразмять. Какая-то вышка сотовой связи какая-то. Не знаю, что за вышка. МТС или Билайн. Маленько разомну кости и выпить чашечку кофе и тронусь дальше. Осталось совсем немного, 20 км еще, и я буду дома. Да, здесь, конечно, все заледенело, ужас. Кругом лед. Это ужас какой-то. Непредсказуемая погода. Зерно нормально лежит. Номер весь заляпал. О, все замерзло.
кофе уже остыл. Здесь вообще холодно. Там в деревне такая грязюга. А здесь уже минусовая температура. Расстояние-то вроде всего ничего. Ладно, поедем дальше. Еще в Кизеле надо разгрузиться немножко, передать кое-что и дальше ехать. Ну вот, друзья, все, я приехал домой. Будем разгружаться. Вот такое вот дорожное видео. Ну все, всем пока, берегите себя, своих близких. До встречи в следующем видео.